Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваш». Информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами Михаил Игнатьев обсудил с главами администраций. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Согласно федеральному закону, вся страна должна перейти на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Чувашия перешла на нее с 1 октября. Отныне весь цикл – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора – контролирует региональный оператор МВК «Экоцентр». Компания уже заключила договора с 11 организациями на сбор, обработку и захоронение ТКО. Чтобы убедиться, насколько рекоператор справляется со своими обязанностями, Минстрой Чувашии провел ряд выездных проверок. По результатам проведенных мероприятий выявлено в Алатырском, Шумерлинском, Альковском, Порезском, Ядринском, Вурнавском и городе Алатырь, город Шумерле, соответственно, не обеспечивается надлежащий вывоз твердокоммунальных отходов и не определены места сбора и накопления ТКО и контейнерных площадок. Руководители ряда муниципалитетов, в свою очередь, пожаловались на проблемы с вывозом крупногабаритного мусора. Кроме того, отдельные перевозчики отказались вывозить мусор из-за новых тарифов, которые установил региональный оператор. Михаил Игнатьев потребовал объяснения. В отдельных микрорайонах, в отдельных территориях, я сказал вначале, еще раз повторяю, у нас контейнера заполнены мусором, около контейнеров лежат и ветки, сейчас вот осенью кто-то убирает, и мебель бывшего употребления, которые выбросили там жители многоквартирных домов. Вы выиграли конкурс, шли на этот ответственный шаг. 1 октября вы должны были быть готовы. Сейчас эта работа налаживается путем усиления количества подвижного состава. Мы в течение предстоящей недели это все приберем. Вот. Конструктивная работа с главами муниципальных образований налажена. Руководитель региона потребовал от регионального оператора в кратчайшие сроки навести порядок, чтобы не было переполненных контейнеров в населенных пунктах, и решить все вопросы с перевозчиками ТКО. Минстрой и госжилинспекция Чувашии поручено усилить контроль за ситуацией. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика. На видеоконференции говорили и о выплатах родственникам погибших и пострадавшим в крупном ДТП на трассе М7. Эту важную тему продолжили сегодня на еженедельном совещании при главе республики. Сейчас выплаты получили 15 семей. Согласно поручению главы Чувашии, на помощь пострадавшим из резервного фонда Кабинета министров республики направлено 3 200 000 рублей. Кроме этого, денежную компенсацию выплатит и Фонд социального страхования России. Правда, получат ее не все, только те, кто был официально трудоустроен, имеет договор или контракт на работу и чьи работодатели официально платят налоги в казну. Напомним, все погибшие в аварии 11 октября ехали в Москву на заработки. Работать просто на таким серым схемам, не оформляя трудовые договора. В случае болезни и так далее, они все риски перекладывают на себя. Государство, когда все оформлено, всегда готов оказать содействие. Но мы приняли решение в связи с тем, что резонансный этот ДТП на федеральном уровне, комиссия федеральная работает, приезжали инспектора, надзорщики, сейчас будут работать, я говорю. Абсолютно верно в том, что все следственно-процессуальные действия по возбужденным уголовным делам объективно будут расследоваться и процессуальные решения будут выноситься. Но касаясь уже ДТП, в связи с тем, что там есть факт, что люди ездили на работу, с учетом вот этого, через Фонд социального страхования реально они могут получить. Свершилось. Многострадальный цивильский мост заработал на полную мощность. Объект сдали раньше намеченного срока. О пробках, оставшихся в прошлом, и новых автомобильных скоростях в нашем следующем сюжете. Пробка длиною в 5 лет. Именно так можно сказать про Цивильский мост. Раньше проехать по этому участку дороги быстро было нереально, но зато сейчас все изменилось. К работам подрядчик приступил в конце июня и за 3,5 месяца отремонтировал 2 километра покрытия. Дорожники расширили проезжую часть до 4 полос, уложили новый асфальт, установили водопропускные трубы и ливневки, столбы освещения и ограждения. Очень даже хорошо, замечательно стало вообще. Столько времени был тратишь вот тут, особенно летом. Суббота, воскресенье, это караул тут было. Невозможно было с той стороны, если ехать, и отсюда тоже. Ну, я еду сегодня впервые, и мне очень понравилось на подступах. И я езжу часто в Казань по этой дороге, и всегда мучились, конечно, в пробках. Надоевшие всем пробки остались в прошлом.
Постоянно, раз в неделю езжу, конечно. Вместе вот. С грузом, да? Да, вместе с грузом. Вот Чебоксар загрузился, иду. Часто, конечно, намного лучше стало. 22 тысячи автомобилей в сутки. Такой стала пропускная способность этого участка федеральной трассы. К 2031 году эта цифра увеличится до 32 тысяч. Во-первых, направление транзита в Приурале, город Уфа, и соединение с центральной частью. Беспрепятственное направление, чтобы мы могли без пробок доехать, скажем, до города Казани или там до города Уфы. Вот это основная цель. Удобнее стало и местным жителям. Появились два остановочных павильона и асфальтированные тротуары. Общая сумма реконструкции составила более 770 миллионов рублей. Почти 300 освоили в этом году. Еще один объект федерального значения – эстакада к мосту через Суру. В данное время ведутся подготовительные работы. Это порядка 150 тысяч в кубах земплотно отрабатываем. И бурно-бивные сваи до Нового года должны 280 сваи отработать. Лимит, который на этот год выделен, они отработают 100%, вопросов не будет. Закончить работы дорожники планируют в октябре 2020 года. Татьяна Леонтьева, Бахтияр Велиев, Республика. Конкурс «Лидеры России» вновь стартовал по всей стране. Напомним, что этот проект в прошлом году имел большой общественный резонанс. Победители, вошедшие в число 100 лучших, действительно продвинулись по карьерной лестнице. Некоторые стали уже руководителями регионов, начальниками департаментов крупнейших корпораций. Прошло всего несколько дней со старта второго конкурса, но уже получено рекордное количество заявок – несколько десятков тысяч. Регистрация на конкурс открыта до 24 октября. В этом году есть особенность – организаторы дали возможность участвовать иностранным гражданам, которые хорошо знают русский язык. Продлен также возраст – до 55 лет. Более того, для конкурсантов моложе 35 достаточно двухлетнего опыта руководства. На данный момент среди российских участников по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ и наш Приволжский. Напомним, что первый тур проходит на уровне регионов и в режиме онлайн. Подать заявку можно на сайте конкурса лидеры-россии.рф. С 1 декабря в Чебоксарах проблем с транспортом быть не должно. Фразу, которую так долго ждали жители столицы, прозвучала сегодня на совещании в администрации города. Напомним, что после банкротства в июле этого года предприятие «Чувашавтотранс» вопросы перевозки жителей возникали постоянно. Торги идут круглосуточно. В настоящее время перевозчики не определены по 10 маршрутам. Подробнее в нашем сюжете. Профилактика аварийности на дорогах – один из самых острых на сегодня вопросов. Необходимо повысить контроль за соблюдением правил дорожного движения водителям пассажирского транспорта, усилить систему фотофиксации и видеослежения. Совместно с ГИБДД нужно эту работу усилить. Ну и на будущий период, на 2019-2021 год, также совместно с руководителем ГИБДД по городу Чебоксары, представить предложение о внесении в программу безопасной качественной дороги предложений по снижению аварийных участков. Еще один вопрос, который стоит достаточно остро – перевозка пассажиров. На данный момент функционируют 57 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 17 троллейбусных и 40 автобусных. Но, несмотря на принимаемые меры, проблемы еще есть. На сегодняшний день уже по 14 маршрутам выявлены победители, с ними по 10 маршрутам заключены контракты, по 4 находятся в стадии подписания. По 10 маршрутам торги продолжаются, ввиду того, что шаг аукциона незначительный, торги в настоящее время идут. К 20 ноября должен быть сформирован весь парк автобусов, который заработает в полную силу с 1 декабря 2018 года, отметил Алексей Латыков. Администрация города планирует с 1 декабря осуществлять регулярные перевозки по утвержденному документу планирования, снижая дублирование маршрутов и оптимизируя пассажирскую сеть, переходя на автобусы большего класса. По маршрутам, на которых до сих пор не определены победители, будут заключены договора с временными перевозчиками на 4 месяца. Готовятся городские службы и к зимнему сезону, который начнется с 1 ноября. Подготовка идет в плановом режиме, отметили на горпланерке. Заготовлены противогололедные материалы, инвентарь и спецодежда. Ремонтируется уборочная техника. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика. Человеческая память. Останки бойца Красной Армии Василия Серебрякова спустя 75 лет предали земле.
На Великую Отечественную Василий Серебряков уходил с Вурнарского военкомата. Повоевал совсем недолго и в 43-м погиб в Ленинградской области. Останки солдата нашли члены поискового отряда «Набат». 21 июня этого года они обнаружили три воронки, в которые немцы сбросили тела солдат, погибших во время наступательной операции. Они начали наступление на поселок Красный Бор, знаменуя тем самым начало Красноборской наступательной операции, которая была призвана расширить плацдарм и увеличить возможности доставки продовольствия в Ленинград, так как блокада уже была прорвана. Но, к сожалению, эта операция потерпела неудачу. Буквально более чем за неделю погибло более 5000 наших солдат. И, к сожалению, задачу, которая была поставлена, они не смогли выполнить в силу того, что им противостояли части вермахта, части дивизии СС-полицай и части голубой дивизии испанцев, которые стояли на этих позициях. Опознать красноармейца удалось по личным вещам. При нем была капсула с запиской. Прах солдата и его личные вещи в Чебоксары доставили участники всероссийского проекта «Дорога домой». Они же связались с администрацией города, которая помогла найти родственников и организовать захоронение со всеми почестями. С детства буквально, со слов отца, что был старший брат 21-го года рождения, вот, который ушел на войну в 42-м году и без вести пропал. Мы были все в раздумье всегда, потому что никакой информации не было, как без вести пропавший, или в плен, значит, попал, или какие-то при других обстоятельствах, или что-то. Но сегодня все это прояснилось. За полтора года домой по всей России доставили останки 73 солдат, найденных и опознанных отрядами. Как выражаются поисковики, война для солдата заканчивается, когда он возвращается домой. Большие обменные гастроли добрались и до Чувашии. С 15 по 17 октября на сцене кукольного театра играют артисты из города Грозный. С собой они привезли три постановки. О том, как зрители приняли новые спектакли, узнаете в нашем сюжете. Дружба между Чувашским и Чеченским театрами зародилась в 80-х годах прошлого столетия. Именно тогда состоялись первые обменные гастроли. С тех пор изменилось многое – декорации, постановки, сами актеры. Лишь одно осталось неизменным – язык кукол, который понятен каждому. «Солдат и ведьма», как и все сказки Андерсена, неоднозначно и заставляет задуматься о том, что действительно ценно в этом мире. Хотя постановка интересна всем зрителям, предназначена она в первую очередь малышам и вызывает у них целую гамму чувств – от радости до сострадания. Дети везде одинаковые. Дети настолько чистые внутри и в голове, как говорится. Мы, конечно, тоже с опаской, как интересно, воспримут они нас у себя-то, мы знаем зрителя. Ну, одно и то же. Я не скажу, что есть разница, но это дети. Чувашский театр кукол, в свою очередь, оставил о себе приятные впечатления у зрителей Грозного, побывав там с гастролями в сентябре. Чувашский театр привозил там тоже спектакли. Вот нам очень, мне очень понравились их спектакли. Понравилась режиссерская работа, художественная постановка. Творческое взаимодействие, теплые дружеские отношения между театрами сохраняются и в современном творчестве национальных коллективов. В 2009 году чеченский ТЮЗ приезжал в Чувашию на фестиваль театров «Кукол. Карусель сказок». А в 2016-м участвовал в форуме для особенных зрителей «Одинаковыми быть не обязательно». В этом году гостей из Грозного встретили также радушно. Проект «Большие гастроли» реализуется при поддержке Министерства культуры России. Обмениваясь национальными коллективами, познавая культуру друг друга, мы еще дружим с людьми разного вероисповедания. Мы теперь знаем точно, что так тесно соприкасаясь друг с другом, мы не только обмениваемся творчески, то есть мы друг другу показываем спектакли нашим юным зрителям, но в настоящий момент мы еще уже договорились обменяться режиссерами-постановщиками. Очередной приезд гостей из Грозного запланирован в августе следующего года и приурочен к 550-летию города Чебоксары. Татьяна Филатова, Валерий Резюков, Республика. В Москве завершилась выставка «Золотая осень». В этом году крупнейший агропромышленный салон проходил в 20-й раз. У делегации республики насыщенная деловая программа и, как итог, солидный портфель контрактов и наград. Подробности у Дмитрия Ковалева.
Пирамида из золотых яиц, алтайская юрта и даже астраханский верблюд собственной персоной. А еще огромные дегустационные столы. У каждого региона на этой выставке своя изюминка. Так что голодным сюда лучше было не приходить. Изобилие продуктов явно радовало глаз и желудок. Особенно большой интерес к экспозициям регионов проявляют гости из-за рубежа. Вопросы экспорта сейчас выходят на первый план. Партнером агрофорума выступила японская делегация. Стране восходящего солнца есть что предложить и республике. Экспорт продукции АПК сегодня составляет около 19 миллионов долларов. Стоит задача до 2024 года довести до 37 миллионов долларов. То есть это больше, чем в два раза мы должны инвестиции, то есть экспорт увеличить. Для этого потенциала предприятия есть, понимание есть. Главное, есть понимание со стороны других стран. Они тоже хотят увидеть нашу экологическую чистую продукцию. И это и кондитерка. И с этого года два крупных предприятия начали поставлять зерно, технические культуры напрямую из Чувашской республики в другие страны. Это и пиво, и горчица, соуса. Но сырьевой экспорт не самоцель. В другие страны необходимо продавать переработанную продукцию. В Минсельхозе страны отмечают, что у региона есть чему поучиться. В этом году аграрии Чувашии получили хороший урожай. Чувашская республика является лидером по картофелеводству. Она является лидером сегодня по хмелю, производству хмеля. Это единственная республика осталась. Ну и, конечно, развивается животноводство. Ну и, конечно, производство зерновых и масличных культур. Включаются все новые и новые культуры в производство. Золотая осень, как раз она и для того и проводится, что подписывались новые контракты, чтобы люди общались, новые, значит, направления вырабатывались при взаимодействии различных структур. Один из приоритетных партнеров Чувашии – корпорация «Уралхим». Соглашение положило начало реализации целого ряда программ. Корпорация и Чувашская сельхозакадемия намерены создать базу для подготовки специалистов в области защиты растений. Уралхим готов предложить и комплексные минеральные удобрения. Мы хотим приехать вместе с лучшими хозяйствами, встретиться и предложить инновации. И если инновации будут распространены на этих лучших хозяйствах, они могут увеличить производительность, они могут увеличить эффективность производства. И вместе мы будем потом распространять на все территории Чувашии. Мы поставляем в основном одну группу, это азотное удобрение, но при этом мы имеем более широкий ассортимент. Объемы господдержки АПК определены. В следующем году на реализацию программы из федерального бюджета направят более 300 миллиардов рублей. Немалую сумму предусмотрят на развитие хмелеводческих хозяйств. Один из крупных производителей зеленого золота республики на выставке получил медаль высшей пробы. 1/3 урожая республики мы собираем, и 1/3 площадей хмельников – это у агрофирмы «Ресурсы». 34 гектаров. Мы сами выращиваем, сами перерабатываем, сами пиво варим и сами, естественно, лишнее продаем. И у нас цель только развитие хмелеводства. В этом году выкупили мы комбайн хмелеуборочный, отечественный. На выставке «Золотая осень» аграрии республики собрали солидный урожай наград. Всего 63 медали. Одну из золотых вручили руководителю семейной фермы Ксении Сумковой. Награда в номинации «За развитие птицеводства в Чувашской республике». В 2016 году мы получили грант на развитие птицеводства, запустили цех подращивания птицы молодняка. Мы получаем на сегодняшний день 40 тысяч яйца в день. Мы здесь находим партнеров по кормам, по какому-то оборудованию, очень много знакомств. В республике аграриев будут чествовать в начале ноября. Лучшие из лучших получат госнаграды. Экспозицию Чувашии на выставке «Золотая осень» видно издалека. На большом экране фильмы о достижениях агрария, в витринах продукция предприятий республики. Участники Всероссийского форума представляли лучшие продуктовые бренды, открывающие новые горизонты для развития отрасли. Оператором экспозиции выступает предприятие «Агроинновации». Представлено крупно наши предприятия, которые реализуют продукцию, качественную продукцию и готовы выйти на другие рынки.
рынки, на другие рынки в Российской Федерации. И интерес, значит, к экспозициям есть, значит, продукция наша качественная, и то, что наши новые инвестиционные проекты крупные, тот же тепличный комплекс и другие проекты, которые реализуются, она тоже привлекает партнеров, потому что такие крупные проекты не во всех регионах есть. Молоко, творог и сметана из Ядрина, сладкие десерты Аконда, минеральная вода букета Чувашии, колбасные деликатесы, тушенка, производство Вурнарского мясокомбината. У экспозиции региона всегда большое количество людей. Москва нас уже знает не понаслышке. Мы не первый год представляем наш агрохолдинг. Пользуется большим спросом. Приходят за нашей продукцией и благодарят нас за это. Ждут с каждым годом нас. По сравнению с прошлыми годами, нынешний стенд представлен более в масштабном виде. Он выглядит более презентабельным, очень красиво. Мы гордимся этим. Фермер из Батревского района Решит Цанзяпов устроил для гостей дегустацию деликатесов. Подходим, пробуем, оцениваем. Давайте получилось, попробуем. Что получилось? Еще раз название. Вырезка конина. Да. Мы предприятие молодое, продукция наша, она новая. Мы должны много работать. В этом нам огромную помощь, посильную помощь оказывает в первую очередь и правительство Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашской Республики. Мы это чувствуем. Мы выезжаем много по разным выставкам, по разным регионам. То же самое, скажем, и агроинновации на месте не стоят. У них ежегодно чувствуется, оно видно, обновление. То есть перенимаем опыт других регионов. Постоянно идет обновление. В этом году и в прошлом неплохо было, а в этом году еще лучше. Экспозиция республики, отмечают аграрии, в этом году раскрывает потенциал региона максимально. Ведь главная задача для участников выставки – поиск взаимовыгодных контактов. На нашем стенде представлены ведущие предприятия Чувашской республики. И представлена лучшая продукция лучших производств. Поэтому, я думаю, здесь заключается много договоров. Благодаря поддержке агроинновации мы ежедневно узнаем что-то новое, как дальше развиваться, какие кредиты существуют. Я считаю, что продукция Чувашской республики, она действительно представлена достаточно обширно. Очень много подходят, интересуются экспозиции, завязываются какие-то контакты, переговоры ведутся и так далее. Я думаю, что эта выставка, она очень полезна и для республики в целом, и для России. Сама выставка, она дает возможность в первую очередь представить продукцию свою и в то же время поучиться у других сельхозтоваропроизводителей. С главной для агропрома страны выставки делегация региона вернулась не только с увесистой папкой подписанных контрактов, но и с багажом наград. В общей сложности было завоевано 63 медали, в том числе 48 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. В копилке две благодарности. Постоянное, яркое и качественное оформление экспозиции республики не могло остаться незамеченным. Именно поэтому правительство региона было удостоено гран-при за вклад в развитие выставки. Чувашскую продукцию оценили сотни тысяч человек. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. В Чебоксарах начал работу магазин постоянных распродаж «Галамарт». Он представляет собой крупную федеральную сеть из более 200 магазинов в России и зарубежье. Горожане, которые посетили «Галамарт» в Чебоксарах, оценили большой ассортимент товаров и низкие цены. Зашла сегодня впервые в «Галамарт». Мне здесь очень понравился выбор всего, особенно выбор сковородок. Цены очень демократичные, доступные простым людям. Вот. Да и выбор очень хороший, богатый. Я думаю, что однозначно остановлю выбор на покупке сковородки в этом магазине. «Галамарт» находится на первом этаже МТВ-центра и уже принимает покупателей. Официальное открытие состоялось 13 и 14 октября. Я убедилась, цены очень низкие, любому по карману, можно сказать. И я могу посоветовать прийти, посмотреть, всем убедиться и сделать нужную покупку. Я прошлась, конечно, мельком посмотрела, но мне понравилась посуда. Я, наверное, вернусь. Дома пересмотрю всю посуду, что мне нужно, и приду, посмотрю. Еще раз сделаю покупку. Много что понравилось мне. Приду за товарами, да.
Официальное открытие состоялось, сюрпризы для горожан продолжаются. В магазине будут проводиться различные акции, а каждые 2 недели – смена товаров. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Наступила холодная пора, пора уже утепляться. Вот у вас тут привезли очень хорошие курточки, очень большой выбор, разноцветные и размеры, любой размер можно подобрать. Поэтому хотелось бы немножко нарядиться, несмотря на возраст. Нам тоже хочется быть красивыми. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Зоя Зубарева пришла на ярмарку, как только узнала о ее приезде. Не прошло и 10 минут, а покупательница уже выбрала себе обновку. Меня встретила вот эта, здесь продавец женщина, девушка. Встретила хорошо, сразу стала показывать мне курточки, которые мне интересны. И вот, знаете, ну, смотрели, примеряли мы много. Дело в том, что мне что-то понравилось вот именно то, что я сейчас выбрала. Про качество я могу сказать хорошее. Вы знаете, на рынке немножко дороже. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты и для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой. Отделка, натуральная норка, очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках, то есть качество очень хорошее. И такая модель, допустим, стоит всего 6160 рублей, то есть оптовая цена от производителя. Более 5000 моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Каждый здесь найдет себе обновку по душе и кошельку. Все цены у нас оптовые. Например, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2420 рублей, а теплый зимний пуховик за 3520 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу: улица Максима Горького, 49. Ярмарка пробудет в столице Чувашии до 31 октября.